Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Это 51 урок. И в этом уроке я хочу вам показать плагин замену стандартного рейтинга звездочками статей. Сейчас вы видите на тестовом сайте, как выглядит данная кнопка лайк. Я уже лайкнул, и у меня рядом появляется единичка, рядом с сердечком. Если я захочу кликнуть еще раз, у меня выскакивает сообщение, что я уже сегодня оценил данный материал. То есть это хорошо, никто не накрутит здесь кучу лайков. Вот. И если вам нравится такая замена в виде сердечка, то давайте перейдем сейчас на рабочий сайт и установим данный плагин. Также вот один этот лайк, он приравнивается 5 звездочкам. То есть, когда мы имели звездочки, человек мог выбрать, насколько оценить статью. Здесь же такой возможности нет. Здесь у нас идет сразу нравится статья на 5 баллов человеку или нет. Если не нравится, человек не кликает. Переходим на наш рабочий сайт, расширение, менеджер расширений. Данный плагин вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. И как обычно, давайте установим плагин. Загрузить и установить. Плагин у нас установился. Переходим в расширение менеджер плагинов. Отсортируем. Вот он, видите, контент лайк. Заходим внутрь. И у нас тут нет никаких настроек. Мы его просто включаем. Сохранить, закрыть. Заходим в какую-нибудь статью подробно. И в подробнее у нас будет вот такое сердечко. Кликаем. И вот у нас выскакивает сообщение «Спасибо за оценку». Если я кликаю еще раз, нам выскакивает сообщение «Вы уже сегодня оценивали этот материал». Теперь нам нужно отключить звездочки, да? Также, находясь в плагинах, давайте отсортируем «Включено», прокручиваем ниже. И нам нужен плагин, вот видите, вот этот контент, рейтинг. Мы его отключаем. Обновляемся. Вот, и у нас звездочки исчезают, и сердечко появилось. Давайте попробуем проголосовать еще за какую-нибудь статью. Вот здесь сердечко. Оценок я еще не ставил. Кликаю. Спасибо за оценку. Итак, что делать, если у вас вообще не отображаются? То есть вы не включали рейтинг, например, и у вас не отображается сердечко, как у меня. Такое тоже может быть. Первое, что надо сделать, нам нужно перейти в материал, менеджер материалов, зайти в настройки, вкладка материалы, прокручиваем ниже, и нам нужно найти такой пункт рейтинг. То есть, если у вас стоит вот так, то вы не увидите там ни лайк сердечком, ни звездочки бы у вас не отображались. Так что, если у вас вот такая картина, вы ставите «Показать» и «Сохранить». Тогда сердечко отобразится в любом случае. Если вы видите, что вы нажали лайк, и у вас сразу не появилась единичка, не паникуйте, что у вас что-то не сработало. Чуть позже перезагрузите страницу. Вот сейчас я это сделал, у меня тоже не было единички, и у нас она здесь появляется. То есть с некой задержкой здесь появляются вот эти вот оценки. То есть другой человек, когда кликнет, здесь уже появится вместо единички двоечка, да? Значит, два человека нажали на сердечко. Вот и все, в принципе, об этом плагине. Увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак,
Как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.